Вот второй день нашего металлокопа. Сегодня погода 23 градуса на улице. Блин, клещи замаялись уже снимать с себя. Приехали на тот же вырубку, на ту же. Походим еще, посмотрим. Большая вырубка. Ходите, ходите. Где там стоишь? А вот давай здесь, отсюда начнем. Да, погодка шикарная. Сейчас тут походим, посмотрим, что еще есть. Вырубка страхненькая, еще уже вот такие вот деревья наросли. Находки так понемногу идут, там чуть-чуть, в другом месте чуть-чуть, крупного ничего нет пока. Вот вышли на какую-то уже современную делянку. Ладно, с находками не густо что-то. Возвращаться будем сейчас, наверное. Не знать, это подустали уже. Выходные что ли сделать? Землянку покопать, может. Отдохнуть от металла. Посмотрим. Ни хрена себе. Мы тут мимо шли. Ну ладно, так вон. Капец. Уже все. Ревем идем обратно. Металла нету. И тут вот подарочек судьбы. Ну-ка, можешь поднять? Ну вот она, вот она. Кончается. Труба. Ну-ка, кидай ее. Вот это нормально. А это что? Ну-ка, на поснимай. Пятнашечка-то, наверное.
Тут помочили уже. Прицепная. Обалдеть. Опа. Нормально. Толкатель не надо. Как ее тащить-то? Далеко же. Килограмм. Двадцатка, наверное. Двадцатка с поднимавкой. Обеденный перерыв. Ты зачем мне там успел? Сейчас пообедаем до второй партии, пойдем. Домаяли они нас за эти дни. Шо, бля. Такой результат. Во сколько? В 11 приехали. 12. Сейчас 3. 4. За 4 часа. Ну тут фартануло просто. Вот эти две плюшки нашли. А так вот мелочевка попадалась. Всякие крючки, пальцы. Ну вот это что, пальцы же. Хорошенькие. Нашел. Брательник. Два ломика. Всякие. Так что результаты потом узнаем. Не знаю. Все вместе, может, полтинник. Фиг знает. В тот раз тоже думали больше. Пыталась меньше. Посмотрим. Потом сдадим. Все. Вчерашняя, сегодняшняя. Узнаем сколько. О, сломанный. Так. Спился там. Ай, была даже тут. Вот и Вовка тебе ходил. Два трака. Три трака. Ну, два с половиной. Надо эту кучку прозвонить. Всем привет. Ну, вот уже находочки поперли. Два с половиной трака. Находимся на старой
деляне. Посмотрим сейчас здесь, если находки будут, тогда останемся здесь, если нет. Ну, время вообще-то вечер, но уже, да, наверное, уже поздно ехать. Завтра уже на УЖД будем. Но если здесь будут хорошие находки, то обратно сюда вернемся. Маленько спрятался от дороги подальше, чтоб не видно, не видели. А то набегутся на наши траки. Да, удивился я, что тут есть что еще что-то. Прям рядом с дорогой практически. Да уж, вот так вот. Надо проверять все места. Думаю, что нету. Оказывается, есть еще что-то. Ломана откуда-то. Да, там теперь не забудь. Ты в самый низ. Вот тут такая. Клещей, капец, по 20 штук уже сняли. Чувствуем, ползают по голове, раз, схватил его в рот. Вон как клещи кусаются. Палец, 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 палец.
Вот так вот, ворон. Ну вот так вот. Собирали, порадовали 5 траков. Ну тут пальцы всякие еще. Есть толстые пальцы. Нормально. Сколько? За сколько мы набрали? Часов с 6, наверное, да? 6. Так, 7-8. За 3 часа. Ну, повезло, вот в самом начале траки нашли. Ладно. Завтра посмотрим еще куда поедем. Не надо. Что? Багажник. Твоя же машина. Ты меня подставил? Надо будет скинуть потом. Чтобы легкими ехать. Потом посмотрим в интернете, сколько весит от тенниспятки. Ну тут без них еще. Что там ямина? Точка. Стой! Веточки. Чуть не помял. А, ну. Вот дорога. Прям тут металл, а мы ходим там по лесам. Что, помочь тебе? Нифига. Нихеровый такой уголок. Так он еще вон в. Нифига себе. Офигеть. Это походу от слабы, ну, свет был у них. Да? Наверное. Вот такой вот здоровенный кап. И с этой стороны тоже.
баньку сходим. Попаримся. Молодец. Барахло хоть подберет. Папку. А папа все время куда ходит за дровами? О, ушел туда. Ага. Так вон чурку раскололи, вам бы и хватило. Сапочки вон они. Вещи.
морозы. Едем домой. Так что вот так вот погостили 2 дня в деревне. Металла накопали. Потом результаты сейчас увидите, наверное, сколько вышло за эти 2 дня. Ну, если все собрать, то даже целый день не копали, получается. Там 3 часа, до сегодня 4-5. Вот так вот. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.